Теперь начинаем определять, где проложен кабель скрытой проводки. То есть ничего, вот просто берем прибор в руки, прикладываем к стене и определяем. Давайте начнем вот отсюда. То есть можем прям вводить. Вот видите, вот ведем справа налево. Вот в этой точке уже начинается. Идем дальше. Вот вторая точка. То есть между этих точек проложен питающий кабель. Вводим по стене. Вот определили. То есть вот, вот идем от выключателя. То есть вот, то есть определяем точное место прокладки скрытой проводки. Так до распределительной коробки. Можно для себя делать пометки, например, ставить вот эти две точки и, допустим, уже знать, что в этом месте сверлить недопустимо.